Я приехал, к сожалению, не в качестве докладчика, он признан правительством Беларуси, а как гость области парламентарской ассамблеи, в качестве эксперта, чтобы говорить у них на сайте Дэнк о ситуации человеческих прав в Беларуси. Для этого великолепное чувство, потому что страна очень красивая, и я ждал много лет на эту помощь. Я сожалею, что сейчас я не в качестве, которое я ожидал, но все-таки то же самое, очень великолепное чувство. И я надеюсь, что это будет шагом вперед, чтобы я стал признанным спецдокладчиком. Я надеюсь, что могу в эти дни встретиться с новыми друзьями, старыми, новыми и даже общественными и официальными лицами, хотя они такие встречи для меня не обещали, и что это будет для меня очень важным опытом и шагом вперед, как я уже сказал, чтобы стать признанным спецдокладчиком ООН.